Дорогие друзья, я думаю, что слово «Сталинград» известно всем поколениям современных людей. В эти самые дни, 79 лет назад, под Сталинградом проходила грандиознейшая битва. Для того, чтобы освежить в памяти наших современников те страшные времена, страшные годы, мы решили провести онлайн-видеоконференцию на территории музейного комплекса Уральской горно-металлургической компании, пригласить сюда известнейших историков Великой Отечественной войны для того, чтобы они рассказали о тех временах, тех событиях, которые происходили 79 лет назад. 13 февраля в здании парадного расчета, а также в прямом эфире на YouTube-канале «Тактик Медиа» День истории в музейном комплексе УГМК. Тема дня – «Сталинград. Коренной перелом». В программе интерактивные выступления ведущих российских военных историков. Документальные факты и свидетельства обеих сторон. Малоизвестные страницы Великой битвы и ответы на вопросы в прямом эфире. Артем Драбкин. «Сталинград. Судьбы населения». Алексей Исаев. «Бои в излучине Дона». Максим Коломиец. «Броня Сталинграда». Артем Чунихин. «Навстречу зимней грозе». Ведущий модератор Сергей Кондратенко. Приглашаем вас 13 февраля на территории музейного центра «Парадный расчет» на День истории. Наш адрес: Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 2. Онлайн-трансляция 13 февраля на канале «Тактик Медиа».